Доброе утро, друзья! Привет из Анапы! Сегодня у нас 10 июля 2020 года. Время 8 утра. Решила перед работой с сестричкой полчасика позагорать. И уже смотрите у нас сколько людей. Народу очень много. Люди приходят. У нас упала градусов 29, поменялся ветер, и сразу смотрите, что у нас на берегу. Море зацвело. На днях я вам показывала, какое чистое море. Вот там вот вдалеке вода чистая. Ой, прохладная какая. А сейчас вон, видите, что творится. Можно чем-то целиться. Так, заматывать себя в глину. Сидеть. Еще и ветерочек. Ты что? Говорит, ледяная вода. Ну, сейчас пойдем попробуем, искупаемся. На пирсе никого. Теплохода нет, корабликов нет, бананов нет, таблеток нет. Мне кажется, с 9 вот написано «Морские прогулки», тут закрыто все. Потеряла полотенце. Ну, вот нужно далеко. Ой, какая вода холодная, прям холодная. Тут как-то и желания нет выходить. Сбалованы мы. Нам бы море 25, сейчас, наверное, градусов 20. Не хочется. Видите, какое еще и грязное. Это нужно вот идти, 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 идти. Вот куда-нибудь туда, где волна. Можно пройти посмотреть, но ой, как неприятно. Зеленая прям, зеленая. И уже очень много этой тины. Вот так надо ценить каждый день. Первый день вот так она цветет. Вчера чуть я ее не заметила. Вечером мы ходили 8-го. Цвет даже поменялся у моря. Какой-то он стал черно-синий. За пирсом еще народу мало. Ну, люди приходят. Ух ты, тут какая-то яма. Где моя Наталья? Прошла. Маранчик первый пошел в море. Видите, друзья, там вдалеке там. Это маранчики. Ну, а я пошла купаться. Всем хорошего настроения.
хорошего рабочего трудового дня. Всем пока!